другой, кстати, как будто в северо-запад. На Курину надо прилепить на этих на заложников будильник. Что здесь, наверное, высадку делаем? Да. А зеленая метка 1-1-Е, это что значит? Метка движения. Это снайперы ставили вроде. На шо быть? Бегите все, бегите. Хоть чекать, мы умирать сюда приехали. Пока ничего. Ничего не видно пока что. Бинокль был. У кого-то мотоцелушка, у вас бинокль есть? Есть. Давай. Давайте остальные залепим вперед. Про смену хотели сказать. Ну, по выборкам. На юге конфетка. 200. 220 на юге враг. 220 враг там. Здание на весну. Внимание, там все пулеметчик. Страйкер, портрайк. За навесом 220 на здании, куда я пробежал. Куда пробежал-то я не видел после того, как ты скрылся во двора. Трех этаж. С лестницей, с северной стороны, у нее лестница, там пристрой с запада. С балконами, которые еще? Да-да, пристрой с запада у нее. Зачистить. А он где надо. Сидит? Он на третьем этаже. На... Понял. За вами двигаться. Да. С запада. Давайте обстреляйте, да? Он мог уже упасть. Не. Туда. Мог ползти, точнее, оттуда. Гранату туда дайте. Что-то вообще не туда. А, пристрой с запада, третий этаж. Давайте штурмовать надо что. И с трекером чем накроем. Да, да, с трекером давай. И с трекером М2 у нас есть, там М2, 5 катапов. Или 6. Выше, выше, бейте, выше, выше. Третий этаж, третий. С табличкой которая? Я не вижу, я смотрю с северной стороны. Вот сейчас, да, туда правильно бьют, но он именно это, ближе к западу стоял. Да, там ничего. Класс. Паша. Че? Нормально ГПшнул, да? Да, прям в лицо себе. Ладно, сейчас адреналин вкалываю. Да не надо, мне все нормально. Я уже вкалываю. А, ну хорошо. Все, нормально ощущаешь? Да. У тебя лицо красное, все, давай, дай. Загарчик. Кто бегает?
Мы, я, Арсен. И я еще без сознания буду. Обоим, блин, жалко. Вот два товарища друг напротив друга, тот, который смотрит на запад, над тобой. Народ, могу это с РПГ дать по турбоуку? Ой, не надо. Отойдем, а, пожалуйста. Отходите, отходите оттуда. Отходите. Так, навесной который. Да-да. Все, отходите все. Или... Ой, кого весело видели? Все, все нормально. Вижу, куда еду. Сейчас смотрим, там нужно... Кто это? Кто стрелял? Так, тихо, осторожнее, сейчас дом будет в сцене. Осторожнее. Ну еще взрывчатка есть, могу дом взорвать. Я согласен. Давай, кто там? Я ГПшнул, я ГПшнул. Блин, прям рядом прилетел. Да я точно туда бил. Надо проверить дом и уходить. Я оружие свое все поставил. Садака где-то. Давайте, меняйте позицию, ребята. Че, короче, взрывчатку возьму. Там садака пуск поставят, тушки наши. Кто из наших у БРДМ выбитого? Что-то мы как-то неудачно поедем. Да, прям пипец. Да, ниже проверьте, метинг должен быть. Ну что, ну как там, там живой еще нет? Еще живой, отходите все от него. Ниже направление какое? Все ради одного человека. Три, два, ну, на юго-восток. Да, они есть свои рядом с нашей телегой. Да, он вообще там кто взрывает? Как он взорвал? Так, я деревянным. Балконе. Паша, вот твоя старелька, иди сюда, ты птиев. Ты нашел ее? Да, вот. Ко мне иди, вот стрекер. Я на бугу сначала. Нет, не вижу. Я вижу. Прови тебе. О, Калашников откуда же. Короче, я ушел проверять там товарища, если да. Умру, значит он жив. У меня, кстати, еще одна РПГ есть. Ты ж потрачу ее. Не надо, не надо, не надо. Это Кубан на том этаже, Кубан на том этаже. Я на балконе. На третьем этаже есть кто? Буду серый дом продавать. С лесенкой. Так, сзади тут за тобой. Есть. Тут никого нет, вроде. Так, на стрекере начинает движение. Тут никого нет. Чисто. Так, скрыжу, сейчас мечеть проверим. Может, он летел от него этого всего? Ужас. А может, его и не было? А может, что, в руке? Да не, был. А где тогда тело-то? Возможно, он ушел. С пулеметом был, пулеметчик. Вот здесь вообще не стоит ничего. Давайте соберемся, соберемся и начнем дальше. Бодрый страйкер, наверное, собираемся. Самая шумная вещь. Ааа, ракетный. Ну, М2 бросаем, потому что М2, не знаю, сбить колеса, чтобы их не схватили и нам по нам не начали. А, в подворье, кстати, просто. Есть контакт, три... Впереди. Где-то рядом со страйкером стреляют. Сейчас по мне стреляли. Не рядом со страйкером, да. Прямо рядом со страйкером. Да. Слышу где-то, сейчас бегу на что. Пусть стреляют, пусть стреляют. Вижу его. Он упал, по-моему. Точно стоит. А где-то он был. А репит тоже? Ищем репитом, где-то здесь должен быть. Ранен. Вижу, оккупант лечит кого-то. Репит, так, кого-нибудь... А, нет. Кого-нибудь... Я иду репитом лечу. Бинокль взял. Трекер свой сейчас катается? Да, еще свой. Мы медик. Да, репита видим. Живой? По нему ног нет, если что. На повязку можно сделать.
сделать. Попробуй. Пуск! Пуск! Это кто? Подключите. Есть ранен. Пима, ты жив? Да, встрекерюсь. Понял. Так, тихо, я ему адреналин колю. Бля, я уже... Что? Да я уже вколол. Так, что сейчас сделал? За стрекером идем к нему в сбор, да-да-да, сбор к нему идет. Основа у нас трекер. Пока его не потеряли, это наша основа. Держимся его. Паша, стрекер, это который 1-1 обозначен квадратиком. Ну это который включен движком у нас стоит. Но я из другого взвода потерялся. Понял. Но он на перекрестке стоит, шумит сейчас с движком. Что сделать? Уйти в другое место? Да, ну, вообще в другую сторону. Глобально отход сделать. Да, можно. Ну, туда стрекер придется бросить. Ну, мечеть убил. Да, давайте к мечеть уже. На ног. Стрекер на правый борт. Берем, поворачиваем вдоль ручки. Тем более, если они знают, мы сейчас здесь закрепимся, будет убегать. Мы уже убежали на ноль от него. Выйди на улицу, на дом, на этот рекламный баннер с мужиками и пулеметом. Не перекресток не выезжай, полностью на улице останься, чтобы домашние борта прикрыты были. Это звуки были, как будто восстановили. Это мои звуки, это я издаю. На 320 на втором этаже кого-то подстрелил. Так, Хьюман, что ты куда-то не туда уехал? Давай, 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 направо сейчас поворачивай. Вот, 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 вот. Все, стой, стоп, 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 здесь стой. Наблюдай. У нас есть взрывчатка или что-нибудь в этом году? Две РПГ. РПГ. С двумя, скорее всего, не получится, но... Я вот что предлагаю. Предлагаю по периметру сначала проверить дома вокруг мечети, все многоэтажные. Вижу на 12 трупов без сознанки на втором этаже, что с ним делать? Ну, да, вражеские? Да, вражеские. Долбаны по нему СМ2 для уверки. Ну, я, долбаны. Наверное, долбил по нему. А? Да, давай, давай. Короче, проверяйте по периметру вокруг мечети дома многоэтажные на предмет вообще кого-нибудь врага и когда мечеть брать. А, группа вся. Сейчас проверяем вокруг мечети дома на предмет вражеских. Будем проверять саму мечеть. Другие не сдвинулись, нет? Они так же сидят в одном месте. Вот с черными окнами там кто-то из наших бегает, нет? И красная вышка. У них камуфляж какой, светлый что ли, да? Вот да, там... у них это... В окне кто-то мелькнул там. На юге есть Виксол бегает. На 300. Может тут рынок есть, может они там сидят? Вполне вероятно. Че, страйкер двигается? Пока стой. А че с вертолетом нашим?
Известно. Вертолет, ты живы? Нет, вас слышу. Понял. Нету его. То есть Карыча все-таки сбил? Да. В школе могут, кстати, сидеть. Под школой находится. А она в радиусе? В тур. В тур, да, она возле этой находится. Возле рынка прям. Может какой-нибудь дом снести по приколу? Паш, ты нет. На втором этаже возле страйкера, да? Я, да, возле страйкера я. Так, давайте сейчас, если вокруг все проверили уже, давайте Паш, сначала проверим. Паш, дом на севере от тебя сейчас проверим. Да, кто возле страйкера область проверил и находится с ним, собираемся к мечети, страйкер вперед. Двигайся на 350 вдоль домов к стене мечети, подъезжай. Страйкер. Сейчас будем мечеть проверять. Номер кого-то слышал, когда стоял что-то. Короче, кого-то слышал. Возле стены этого. Страйкер, ближе к стенке, прижмись. Ты стоишь, тебя с любой стороны могут обстрелять. Может мне ко входу мечети подъехать, посмотреть? Опасно обстрелять тебя. Ты еще нам пригодишься. Лучше пехотинец кто-нибудь пробежит там, открой по нему. Я понял. Гранатами закидайте. Тут школе сейчас. А ты маме дальше кинь. Она по нам бьют с фланга, бьют с улицы. На 70, да, на 80 дома, двухэтажный, второй этаж. На балконе был он. Он полез там. Может быть внутрь забежал. Скорее всего не убил. Серый двухэтажный дом. После арки, голубой арки. Кидаю гранату на второй этаж. Кину. На балкон. Граната где была сейчас взорвана? Я наверх буду, не кидать. Понял. Это здание с выносными. Да, хорошо. Одного убил, все. Он был с РПГ, у него тут этот лежит стингер. Ой, не стингер, а его. Забирай. Да, не как карыч, что ли? Побери. Дальше смотрю дом. Например, противник. Так, иду смотреть, да. Кто это. Кто это был? Не знаю, смотрю. Азарт! Это Азарт. Там 18-я РПГХ. Бери ее, у меня некуда. Че там, мечеть? Двери закрыты, кстати, внутри мечети. Страйкер, выкатывайся в центр, будем сейчас прошивать. Хорошо. Поднимаюсь на второй этаж за страйкером дом. Ой, упал. Блин. Лечу ноги. Где находится РПГ? Стрельба. Стреляй. А на втором этаже мечеть справа. Сейчас скажу от этого. От тебя, Азим. 290 справа. Могу трассы, попадание показать тебе. Я кого-то убью, походу его может. Кто-то на мечети. Прям на мечети, навряд ли там никто не заходил внутрь. Я убил, похоже, сверху, прям кипец подходит. Они все похожи на своих. Нет, прям вот. А кто-нибудь из групп других есть в районе мечети? Что говоришь? Давайте вход, входу соберем. Я возле страйкера, я возле входа. Паша, вот смотри, юго-восточный угол мечети, вот, вероятно, где-то в том районе, где я маркеры поставил, вот, с руки вот так.
То есть они либо где-то наверху, либо на входах сейчас, если выходить вот эти входы с торца. Ну, проверим сейчас все. Снайперы подъезжают в город по главному. С севера. Давайте подъезжайте, мы уже закрепились у вас точно. А лондак внутри, лондак внутри стоит. Пес. Ну сейчас едет, смотри, да? Вы на машине едете? Да, снайперы едут, наши снайперы едут. Да, это они едут. С востока мы закрепили. Тут лондак внутри стоит, если что. Пистолет. Того снимаю. Я снимаю окна. Стрекер, вверху иду. Хотите заезжать, нет? А, ну можешь попробовать с нашего хода, где мы уже проверили. Окей, расходись. Наверху кто на мечети? Я хожу по бордюру. Паша, на юго-восток. Наверху на мечети. На юге. Паша, на юге. Прибирайте, пожалуйста. На самой мечети? Нет, он на периметре. Паша на периметре. А, окей. Тихо-тихо, свой сейчас стрелял. Тихо-тихо. Да, никому держать, противник. Не-не-не, чё, это Паша вина, я сколько сгорело видел. Неизвестно. Штурмовать нам нужно будет без гранат. По крайней мере, попробую. Я ж перед тобой прям прошел. Ну я знаю, ну просто. Может они вообще на башне-то и не стоят, сидят. По-моему, они все на втором этаже засели. Буду попробовать входить через бокал. Да мог, кстати, это с трекером ты мог просто на фуз прям накидать. Есть смысл кидать дымы, чтобы отсечь какой-то периметр, чтобы там не прилетело случайно? Нет, так. Репит, я у запаха входа, сейчас я попробую пройтись. Что сейчас делаем? Штурмуем дымы? Входим, да. Я уже пробую. Опа, противник. Минус один талибан. Я ранен. На мечети? На втором этаже. Здорово, да. Простил. Они походу что куда-то засели. Меня испугал. Не надо так. Нашел одного. Кого нашел? Заложник сидит. А где заложник, тут с нами. Заложник на мечети, вывожу его. Окей, страйкер пусть бежит. Страйкер его вывожу. Меня-то полечите, ё-моё. Паша, йоу. Здравствуй. А, о, ну, давай. Спросил у этого заложника, где находится второй. У заложника спроси, где другой находится. Да, куда увели хотя бы. Чё-то не работает, Паша, ты как-то раздвери зал, да? Второго заложника. Дымом ломай. Hey, wake up! А, нет, тут два заложника. Окей. Чё, мы их уже нашли? Сажайтесь в Кландак, довезите. Да, везите. Скажи, что заложники в ту сторону вообще бегут. Ребят, чё вы куда-то их везёте? Ёбаные заложники, сейчас ребята, пусть ребята стоят на месте, я подъеду. Увозите их на страйкеры, да. А ну разошли. Сними, типа я его убиваю. Снял, да, хорошо. Все, залезайте. Машина едет где-то на севере свои. Питер, ты что сделал? О.
Так, ясно. С вами мне Ворон сказал, что там этого красных нет. Заложники все в страйкере, нет? Нет, нет, погоди, один тут валяет. Заложник плохо себя вел. Все, сейчас он бежит в страйкер. Страйкер находится там, где это... Все, два заложника внутри, два заложника внутри. Че, когда там эвакуация? С восточной стороны. Эвакуация пехоты будет? Или мы тут останемся? Да, пехота, мы тут остаемся. Да, смысла нет, красных нет. Да, куда ехать? Все. Мы одни. Но в любой черный круг. Южный, северный, где ближе тебя. Пацаны, голову выпали за сак. Чуть за хрень там было вообще. Сейчас это по городу разведемся, понял. Они умерли. Офигеть, блядь. Они сидели, сидели и умерли. Брифинговали сколько времени, вот это да, 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 да. Приехали забрать, блядь, заложить. По диагонали на перекосе. Ну вот они рассосались по всему городу, как эти, как любасы слились. Или ты на север поехал? Вы что, всех порешали уже? Все уже? Да, конечно, да, да, да. Прием. Что с Питер? Куда он поехал, на север или на юг, на стаке, да? Я не знаю. Ну ладно. Ты куда поехал, Кимон? На север? А, секрет. Понял, давай торопись, там только тебя ждем, как говорится. Стрельба. Стреляй по трупам. Гейминг. Фраг, может быть, получится, да? Хоть по кому ты стреляешь? А у вас вообще не было сопротивления никакого? Мы бардак сожгли все. А, ну хоть бардак сожгли. А мы дом сломали. А чё с вертолетом? Сейчас залетаем. Иванчика выгружаем быстро и чинимо. Нахрен. Товарищ командующий, задача выполнена. Давайте чиним быстро его. Поздравляю всех нас. Чё у вас там случилось-то? У нас мы же Химона ждём. Судя по жетонам, здесь сметану на крыше разлили. Химон, он вышел что ли у тебя? Вот бежал? Проверка. Это второй пилот. Химон. Чё на... У тебя заложник сбежал? Не-не-не. Хорошо. Тут, кстати, есть клевый плакатик. Виктор, пошли посмотришь плакатик. Вот смотри, разворачивайся на стенку. Смотри, видишь, мужик с под стволом стоит, такой бешеный. На плакате нарисован. Ничего. Отлучение, солдат. Вот он. Трагер, куда поехал? На прямой. Налево там тупик. Синяя патруль. Ползи, говорю. Страйкер, нас. А у меня GPS-а нету, я не вижу, куда едет. Давай сейчас на поворачивай на 40. На 40, на 40. Пусть так едет, пусть так едет, на поле, не знаю.